Здравия, друзья! Приветствую вас, живые мальчики и девочки! Как известно, в Новый год принято дарить подарки. Я подумал, что можно подарить всему народу. Взял вот с канала Игоря такой вот приказ от всего народа и подумал, что это будет неплохим подарком, если я его отправлю должностным лицам в своем городе. Итак, что же народ приказал Зевайкиной Наталье Александровне, Гуриной Светлане Алексеевне, Ершовой Татьяне Евгеньевне? Мы народ России, чтя память своих предков, народные традиции, иконы, поклоны нашего рода, помня о подвиге нашего народа, жизни не жалевшего, для защиты нашей Родины, понимая смысл нашей жизни, осознавая ответственность перед будущими поколениями, руководствуясь заповедями и наставлениями наших предков, здравым смыслом и совестью провозглашаем и утверждаем свою волю. Берегите нашу страну, честно служите народу России, защищайте народ, так же, как народ защищал Отечество. Помните про ваших родных и близких, про будущие поколения, восстанавливайте суверенность нашей страны. Пресекайте действия и террористическую деятельность, которая в последнее время осуществляется под видом карантинов и пандемий. Под видом заботы о народе, народ принуждает к прохождению экспериментов, ограничивает права, запугивает и дезинформирует. Пресекайте такие действия. Также пресекайте принуждение к прохождению медицинских тестов, принуждению к изменению температуры, принуждение к ношению масок, принуждение к присвоению QR-кодов народу. Продажа товаров и предоставление услуг только прошедшим медицинские эксперименты является принуждением к прохождению медицинских экспериментов. Пресекайте такие действия. Следите за деятельностью лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в скобочках России. И если их действия будут иметь признак имперского лицензии, пресекайте их. Защищайте детей, взрослых и подростков, трудитесь по совести своей и помните про настоящую волю народа, вексель оформленную. Конклюдентные действия и выписки из документов, введенных в действие народом России, прилагаются на благо народа, всего человечества на планете Земля, народ России. В виде конклюдентных действий приклеил чек, вам уже известный по предыдущим роликам, о праве народа обслуживаться без масок и без любого вида дискриминации. И отправил в один из районных судов. На конверте написал «Народ России», «Город», «Область». Также я написал еще случайный адрес. Но сразу скажу, что это неправильно. Адрес писать не надо. Если кто-то будет отправлять, то пишите до востребования. И вот случайным образом тот случайный адрес в эпоху наших случайных совпадений почему-то оказался адресом городской епархии. Совсем было неожиданным, конечно. Это я уже потом увидел, посмотря на карте. Ну что, может оно и к лучшему случится, когда должностные лица будут отвечать на этот вексель, то ответ придет в епархию, и так воля народа получается соединиться с божественным правом, морское право соединится с божественным правом, и что-то, может быть, произойдет. Так как епархия действует по божественным законам, вот соединятся два вида права. Накануне праздников желаю в новом году всем думающим объединиться. Если кто-то видит, что нарушаются чьи-то права, приходите на помощь, потому что только в сплоченности ведь наша сила. И как показывает время, мы ведь уже объединяемся. Кто-то, смотря этот ролик, уже пересылает его своим контактам. Кто-то на улице встретит единомышленников и обменяется контактом. На самом деле наша народная сила только растет с каждым днем. Ведь эксперименты показывают, что стоит снять маску большинству в каком-то месте, например, то тем, кто остался в этих масках, становится неловко находиться в этих самых масках. И они, следуя за большинством, также снимают их. Занимайтесь спортом, пропагандируйте здоровый образ жизни. Советуйте людям больше находиться на свежем воздухе, поскольку от официальных властей, в кавычках, конечно же,
Мы этого не слышали уже 2 года. Каменные клетки, в которые нас стараются запихнуть, это не для нас. Чаще гуляйте, дышите. Дышите и еще раз дышите. И никто не сможет поколебать волю народа, так как это невозможно. С Новым годом, друзья!